Ну что ж, здравствуйте, уважаемые друзья. Специально дали мы вам возможность насладиться этим потрясающим зрелищем, да и этим звуком. Итак, Усейн Болт. Усейн Болт, почетный гость Бишлет Геймс, 7-го этапа Гран-при бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Норвегии, в Осло, на гоночном болиде Формулы-1. Проехал целый круг. Ну, надо сказать, может управлять автомобилем, даже таким породистым и таким непослушным, как Формула. И с вами, как всегда, в эфире на легкой атлетике ваши комментаторы Родион Гатаулин и Аланда Чен. Здравствуйте.